Владимир, привет! Как и обещал, разбор полетов вашей записи, потому что словами как бы писать бесполезно, наверное, все-таки там эти ути всякие, вити там и так далее, пети, мити. Как дуть и как получать звук? Итак, вот, ну, слушаем то, что вы играете, да, двойной йодаль. Клакинг ваш с йодлем. Ну, основная ошибка, если давайте, ну вот по клакингу там попроще. Начало звука оно есть, да, да. Но оно такое ощущение, что вы говорите в монок, я условно так на слова сейчас переведу, да. Ощущение, что вы играете ко-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 ко, да. Даже не куть, который я показывал, да, на многих своих роликах, когда, ну, реально там гусь над вами, да, самый простой звук, легче всего, который получается, куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть. И дуем также вот его. Вот. У вас что происходит? Ну, как бы даже не цепляя то, что вы там пытаетесь сыграть, да, у вас нету перещелкивания язычка. То есть у вас монок остается в нижнем тембральном диапазоне. То есть вы играете вот это вот что-то такое, да? Ну, у меня вот даже перещелкнулся, монок очень легкое дает, игру очень легкую, поэтому чуть даванул, он сразу перещелкивается. Что надо сделать, да? Надо заставить ваш монок перещелкнуться вверх. То есть вот немножко форсировав давление, теперь по вашему йодлю, да, по вашему йодлю, вы играете туду, 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 да, я показывал технику самую простую, там, фуфить-фифить, да, получать, слушаем, как воспроизводится звук, да, вы играете туду, 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 фуфу, фуфу, фу-фу. Это если без окончания, да, дуем просто. Фу-фу. Фу-фу. Ударение на первом слоге. И ритмика более длинный звук, не такой короткий, да. Когда вы перейдете, получая этот звук на йодль с закрытым слогом, надо фу-футь играть. Фу-футь. То есть вот в обратную сторону, да? Опять ударение на первом слоге. Звук вот такой будет получаться. Повторюсь, да? Теперь дальше клакинг там ваш, да? Ну вот опять ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Да щелкните! Вот, ну вот. Ту-ту-ту. Четко слышно, не форсирован звук, да? Диафрагмой. Доработайте звук, чуть давление, дайте. Ну, по йодлику я сказал. Вот опять, вот здесь уже попытка сыграть клакинг через вот. То же самое абсолютно играете, что в начале ролика, не форсируя давление. То есть вы должны что сделать? Начало звука у вас правильное. Рык идет, да? Но звук форсируйте. На О выходим вверх.
Даже без всякого ой, ну это я как бы строение звука, да? Выходим вверх давлением. И на ти мягко ч-ч-ч, заканчиваем. Вот. И когда вы будете играть это немножко побыстрее, да, вы получаете как раз вот тот клакин, который вы пытаетесь сделать. То есть... Основная ошибка любого звука у вас. Не додавливайте манок, не заставляйте щелкать язычок. То есть начало как бы у вас есть игры. Да, вот первое вот это у-у-у вы получили. Звук, который нам нужен, в принципе, и в йодле, и в клакинге. Ну, там разные эти мармары, там мурмуры, там мы сейчас про них не говорим, да, а вот два основных звука, да, йодель и клакинг. Соответственно, додавите манок, то есть, если вы йодель делаете, не вот... Вот это вы делаете, не додавливая. А теперь что надо? Чуть форсируйте звук, или камеру вам надо поймать, там, ну, посмотрите, что... Это можно двумя вещами добиться перещелка язычка, да? Можно форсировать давление, можно подобрать камеру. То есть звук должен вот такой теперь выйти. У вас... Ну и потом концовку заканчивать уже на согласную ти. Вот звук должен опять так же выйти, вот такой. Как и в клакинге, только сейчас без скретча я его играю, без этого. Соответственно, играем йодель. Чисто давлением, простым. Клакинг, вот ваше. И закончите звук, форсируя звук. Вот ваша уть-уть-уть-уть-уть. Форсируя звук. И йодлик пока двойной. Тройной еще рано. Вот он. На самом деле все просто. Еще раз повторюсь. Ваша основная ошибка – не дорабатываете давлением в манок. Либо открыты руки, камера не подобрана правильно, да? Опять же, ну, я показывал это, еще раз вам покажу, да, как правильно подобрать камеру, вариантов два. Руки можно вообще закрыть, можно руки открыть полностью, да? Не знаю, какой хват у вас, да? Вот, допустим, открыли руки, да? И вот вот нету перещелка, да? Это, но основа, да, основа должен быть объем камеры, противодавление должно быть, язычок иначе у вас не сыграет. Что делаем? Закрываем руку. Вот сработал язычок на одном и том же давлении. Вот так поймайте камеру, да? Вот видите, вы делаете то же самое, да? Вы не додавливаете манок, хотя камера, это вот вторая ошибка, камера подобрана. То есть в этом положении рук манок уже должен срабатывать, щелкать язык и перещелкиваться в верхний диапазон звуковой, да? Вот еще раз. Недодавленный звук.
додавленный звук. То есть у вас вот либо та ошибка, либо эта ошибка, либо обе сразу ошибки. То есть первое, проверьте давление. Вот можно просто дуть. Слышите срабатку язычка, да? Он перещелкивается, уходит в верхний клик, да? Это значит, камера подобрана, но нету давления, если этого не происходит. Попробуйте форсировать давление и дать более сильный. Вот щелчок появился, дальше отрабатывайте йодли и ваш клакинг. Ну, надеюсь, это как-то вам поможет. Пишите, знаете куда, спрашивайте, поработаете, запишите ролик, присылайте, подумаем, что дальше вам надо делать будет. Все, счастливо, ни пуха, ни пера.